Сегодня лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего... Слышь, ты не туда забрел, я смотрю. А это разве не бар? Бар. И это наш бар. Вставай. Идем воздухом подышим. Эй, не трогайте его, Каброныс. Ви, объясни этим засранцам, как надо вести себя в моем баре. Пепе вам все уже сказал. Проваливайте. Чумба, отцепись. А то загоню перо под ребро. Правда, надеешься пустить свою игрушку в ход? Не советую. У тебя в груди будет дымиться дыра гораздо раньше, чем мозг успеет руке подать сигнал. Хотя это лишь мое предположение. Можно ведь и проверить. Ладно, пошли отсюда, Педро. Обломали нас, да и похер. Да иди ты, карахо! Паскуда! А чего случилось-то? Мелкие неприятности. Я их уладил. Охренеть, я тут набрался. Ну и денек сегодня у меня. А чё ты мне помог-то? Потому что по тебе видно, что ты при деньгах. А, ясно. Бесплатно только птички поют. И не в этом городе, не в этой жизни. На вот, все, что есть. Остальное у бармена все. Вот акула-то. Учуяли свежую корпоратскую кровь, и тут как тут. Если бы не ты, плохо бы ему пришлось. Что сказать, не все герои носят плащи. Давай-ка выпьем за твое здоровье. Я угощаю. Глупо было бы отказываться. Ну, живи и процветай. Тяжелый день? И не говори. Вторая смена. Подряд. Да ты на износ. Деньги нужны? Да не, домой идти не хочу. 10 лет женат, ты прикинь. 10 лет. И вот вдруг выясняется, что я не дотягиваю. Что ей охота налево пойти. Слушай, раз уж заговорили о деньгах, не хочешь заработать? С ценой не обижу. Ну, выкладывай. Короче, есть у меня жена. Зовут Синтия. Она мне изменяет. Я знаю точно. Не знаю только, с кем. Короче, меня это прямо убивает, Ви. А ты-то мастер. Ты за один вечер все выяснишь. Надо будет последить за твоей женой, походить за ней по городу. Где она сейчас? Работает рядом. Адрес я тебе дам. На перекуре ее поймаешь. Дымит она у меня, как жженая покрышка. Кто тут не дымит? Так, сегодня она пошла в розовые куртки. Да, и вроде с синей такой сумкой. Яркая дама. Ну да, любит нарядиться. Я тоже хорош. Подарочки ей по всем поводам. И вот тебе благодарность. А ты уверен, что она изменяет? Во-первых, она якобы вечно задерживается на работе. А я точно знаю, что это вранье. Звонил ей как-то в офис, ее там не было. А еще у нас ребенок есть.
И он вообще на меня не похож. Волосы не такие, глаза не такие. Вот вообще все не такое. Раньше ты было легко проверить, а сейчас... Ты и без меня знаешь. Любой тест можно обойти. Какой смысл выяснять, с кем именно она изменяет? В смысле, в чем смысл? Что за идиотский вопрос? Это простой вопрос. Ответишь? В глаза ему хочу посмотреть. Спросить, что он чувствует, когда трахает чужую жену и гробит счастливый брак. Ладно, я в деле. Спасаешь ты меня, Ли. Спасибо тебе огромное. Убогий кабак, предательство, женское коварство. Как я попал в этот дрянной нуарный детектив? Пеппи был всегда готов помочь своим гостям добрым советом, но на сей раз в помощи нуждался он сам. История стара как мир. Неверная жена и жестокий город, в котором любой клятве грош цена. Ты закончил? Я пытаюсь сосредоточиться. Так, я прибыл на место. Моя цель — женщина в розовом. Женщина с мутным прошлым. Хорош глумиться. Это не она. Сомнений быть не может. В этом взгляде нет вины. Ну и чушь, это даже хуже, чем твои песни. Это была она, роковая женщина в розовом, окутанная клубами сигаретного дыма. Я иду следом за ней. В тщетной надежде, что рассказчик заткнется. Слишком близко. Чуть не спугнул добычу. Нужно быть осторожнее. Ну да, ну да. Женщина обернулась. Ее плечи поникли, как под тяжелой ношей. Так тяжек грех. Продолжай, я сблюю. Твой рассказ только выиграет. Thank you.
Встретив бродягу, она постаралась обойти его. Не хотела запачкать одежду. Но совесть ее уже была запятнана. Джонни, правда? За что ты так со мной? Жертва скрылась в недрах старого ветхого дома. В воздухе было душно от тяжелого запаха предательства. А, может и хорошо, что мне недолго осталось. Мать твою! Сказал же, не приведи хвоста! Меня прислал твой муж. Он подозревает тебя кое в чем. Что? И видно, стой! Не зря. Нет! Это не то, что ты думаешь! Я сейчас все объясню! Ну, давай, объясняй. Короче, во-первых, мы не любовники. Он мой риппер. Пластический хирург. Хирург? В этой дыре? Ну да, так уж вышло. Был вынужден залечь на дно после недоразумения. Семья жертв, в смысле пациента, до сих пор меня ищет. Приходится работать здесь. Так а почему ребенок на отца не похож? Понимаешь, в общем, я сильно поменяла внешность. Мое тело полностью переделано. Другая кожа, волосы, глаза, вообще все. Но гены не обманешь. Вот поэтому наш сын выглядит не так, как мог ожидать Пепе. Не потому, что он от другого мужчины, просто он пошел в меня, прежнюю. Что ж, я смотрю, все сложнее, чем казалось на первый взгляд. Спасибо. Спасибо, что выслушал меня и попытался понять. Ух, может и надо было рассказать Пепе, но как-то момент не подворачивался. А сейчас выяснилось, что я опять беременна. Мне вообще не до того. Пожалуйста, скажи ему, скажи, что... Ну? Не знаю. Я и сама не знаю, что ему сказать. Скажи, что мне очень жаль. Что моя жизнь — это грустный фарс. Хорошо? Только уйди. Пожалуйста. А вот с последним предложением согласен.
Я проследил за твоей женой. Она шла в какой-то стрёмный мотель, и там ее ждал мужчина. Так и знал. И что дальше было? Знал, говоришь. Ни хера ты не знал. Она тебе не изменяет, хотя кое в чем и обманывает. Да? И в чем же? Она была у Рипера на сканировании. У нее полностью измененная внешность. Кожа, волосы, глаза. Это все импланты. Так, вот почему мой сын такой. Именно. Господи боже. Как она могла от меня это скрыть? От мужа? За 10 лет не обмолвилась. Плевать мне, какой там у нее цвет кожи. Она мне врала. И как после такого доверять ей? Короче, да, она о многом умолчала. Да, можно считать, что это обман. Но она ж тебя любит, придурок. Ты хоть понимаешь, как редко такое бывает в нашем мире? На твоем месте я бы жил да радовался. Вот и вся история. Да. Да. Наверное, ты прав. Ладно, спасибо. Вот тебе тут. За помощь. И вообще. Вот и правильно, Пеппи. Береги себя. Ночная тишина накрыла город, как мешок голову кричащего пленника. Пришло время отдохнуть и пропустить стаканчик. Надо же, наконец-то. Хоть что-то осмысленное. Чему тебя жизнь не учит? Ха, кто проснулся? Ну давай, позволь мне припасть к сосуду мудрости и жизненного опыта. Шутки шутками, только я 50 лет торчу в чистилище. Очень, знаешь ли, вправляет мозги. Мудрость есть, могу поделиться. Ну давай. Люди не меняются, особенно такие, как Кирк. Спасибо, я в курсе. Только речь ведь не о том, чтобы одолжить ему денег или совместный бизнес замутить. Дельце, конечно, попахивает, я не спорю. Но в этом городе надо браться за все, за что платит. И не морщить нос. Сначала разберись, чем попахивает. А то ведь вляпаешься по самые уши. Я вырос на этих улицах, Джонни. Сам разберусь. Надеюсь, что так. Привет, Кирк. Давно не виделись. Ви? Ни хрена себе! Да тебя не узнать! Зато ты, я смотрю, вообще не изменился. Ха! Ну ты же меня знаешь. Я человек старой закалки. Лучший, враг хорошего и все такое. Ну давай, садись. Введу тебя в курс дела. Давай, выкладывай. Ладно, ладно. Короче, дело простое. Тут неподалеку припаркован фургончик, забитый товаром. Товар стоит приличных денег. Завтра фургончик отправится на границу, но мало ли что с ним может случиться по дороге. Сечешь? Подробности, Кирк. Что в фургоне? Мелитеховские импланты. Экспериментальные, в продаже пока нет. Дерьмо прямиком из шанхайской лаборатории. И чье богатство? Да господи, блять, какая разница? Заберем, станет наше. Ну так что, возьмешься или как? Должен же быть во всем этом подвох. А хотя хер с ним, чего не попытаться. Я в деле. Никакого подвоха. Координаты я тебе отправил. Увидимся на месте. Thank you.
Эй, Ви! Здорово, Чумба! Иди сюда! Я тебе не Чумба. Да, да, это я так, для поддержания разговора. Разговор у нас деловой, так что выкладывай. Короче, видишь вон там гараж? Фургон внутри. Заходишь, забираешь хром, выходишь. Добыча пополам. Вопросы? Мне казалось, для этой работы нужны двое, а выходит, что все опять на мне. Опять на тебе, значит? Да что ты, блядь, говоришь? А кто на стреме стоять будет? Ясное дело, я. Мало ли что случится. Ты осмотрелся? Есть кто внутри? Все чисто, Ви. Ни души. Можешь заходить туда, как к себе домой. Окей. Я захожу. Так, гляди в оба. Обязательно. Все чисто, говоришь? На месте. Это что за херня? Шмотки? Ага. Причем самая дешевая паль. Да уж, инфа у Кирка железная. Впрочем, как всегда. Да ты не расстраивайся, их тоже толкнуть можно. Арендуешь точку в Кабуке или... Импланты, значит. Мелитеховская снаряга. Да я ему это в жопу запихаю. Блять, еще и под пули влез. Ого, да вечеринка только началась. Зажигай, Ви. Ёпта. Я се está pelando. Mátenme ese culero. Так выглядит смерть крысы. Отличная речь. На свои похороны я тебя звать не буду. А с ним что делать? Попросишь кого-нибудь отскрести его и закопать? Некого просить. Basic health insurance from day one.
Oye, despacio.
Сюда никто не звал! Ослеп, что ли? Thank you.
10% настоящего мяса с кровью. Бойня, пробуди свои инстинкты. Происшествие в Хейвуде. Опять дети шалят. Ладно, выезжаем. Кровище-то! Да бить надо, чтоб не мучился! Инферно! Врать не стану, дитя мое. Тебе предстоит грязная работа. Политика, сам понимаешь. Надо найти компромат на Хавьера Альварадо. Это советник мэра. Мои люди выяснили, что документы лежат в Эль Пинчипойо. Это ресторан Валентино. Если нужны подробности, просканируй письмо.
скука смертная. Нетрана! Dar un paseíto. Пошли проверим. Чингалов исполнил хорошую вещь. Ты тварь, на то.
muy cabrón está hackeando. Cabrón. ¡Corta!
Собственный путь к последнему рубежу.
Я претицкая игра. Напрягает больше ¡No te mueras, carnal! ¡No! ¡No!